начнем, можно, наверное, вступительное слово. Да, Майк, нужно. На мастер-класс Александра Куликова. Он хорошо известен, вот редактор издательства «Дом коммерсант Санкт-Петербург». Это проект, который называется MPS Academy. MPS – это программа Interprofessional Service. Кто ее не знает, это программа, ориентированная на профессиональных фотографов. Если у вас есть две профессиональные камеры, три профессиональных объектива из списка, вы можете зарегистрироваться в этой системе, и она позволяет в наших сервисных центрах очень быстро и качественно ремонтировать вашу аппаратуру. Если вы не успеваете ее отремонтировать, вам дают взамен другую камеру соответствующего типа у вас, вот. Ну, соответственно, чтобы вы могли в дальнейшем работать. Соответственно, проект MPS Academy – это проект, поддерживающий эту программу. Мы проводим специализированные мастер-классы по различным темам с профессиональными фотографами Nikon, которые снимают на нашу систему. Кто не был, уже были мастер-классы по предметной съемке с Олегом Вайнером. Был мастер-класс Пети Титаренко по коммерческой съемке репортажной и постановочной на природе в основном при сложных световых условиях. Сегодня третий семинар с Александром, который расскажет нам про работу, точнее не работу, а взаимодействие фотографа и СМИ на примере коммерсанта и расскажет, наверное, какие-то свои мысли на эту тему. Вот, поэтому не будем задерживаться, передаю слово Александру. У нас есть максимум 3 часа, 10 желательно нам закончить. Вот. А там как получится. Что слово «градина», да? В Питере сегодня с фотоаппаратом, да, я вот уверен, через полгода будем восприниматься как шпион однозначно. Слушай, я сейчас с немцами ездил там по глубинке. Нормально? По Кулатке, и ничего, ну, слушай, значит, у меня это самое. Турбинцию, да, нет. Значит, у меня идея синкразия. Да нет, нет, ну... Слушайте, ну вот, ну блин... Слушайте, а сегодня поймали этих самых, да, английских дипломатов, которые... А, да-да, что-то снимали. Шпионов поймали там в воздухе, вообще ужас. Что снимали? Моздок. Аэропорт, у него там секрет, у него там объектив, там... Аэропорт Моздок снимали, ну да, так что, их дом тюрьма, как бы, все, все, понятно, что, конечно. Нет, тут же еще одно дело отношение власти к этому, другое дело отношение граждан, на которых влияет пропаганда там, и так далее и тому подобное. Ну вот уж что банальнее, прихожу я снимать митинг на Марсово поле. Да? Там, ну не знаю, элементарно, значит, ну как бы на митингах, вот, чтобы вы понимали, самое интересное время съемки это до митинга и сразу после. Ну пока они там разворачивают, ну пока хоть какая-то движу. Потом они все встали такие, ну и все. Да? А вот когда они все разворачивают и сворачивают, ну вот что-то происходит. Как-то. И вот они начинают расходиться, там что-то еще, и стоит такая барышня, у нее какие-то красные сапоги на высоких каблуках, ну то есть такая, вроде как совсем не при дела. А чуть подальше от нее, значит, такая бабушка какое-то знамя сворачивает очень образно, значит, да. Ну и я что-то там, как бы, там, шириком подсел и через сапоги, значит, да, там снимаю. Значит, дальше происходит следующее. Подбегает, значит, какая-то тетка, вот знаете, тут такие хабаровские нодовцы такие вот эти. А говорит, что это вы снимаете? Я говорю, фотографии. Она говорит, что-то как-то... И такая, граждане, смотрите, что происходит. Смотрите, что снимает, как бы. Я говорю, гражданка, что я такого снимаю? Не-не-не, это он тут что-то тут специально, вот как бы... И к этой барышне, которая говорит, смотрите, он что-то снимает. Ну, только на землю, на сапоги, значит, вы совсем ничего не понимаете. Как бы. Ну, вот, ну, как бы... Может быть, полицию позвать? Полиция, тут что-то снимают. Это ключевой момент нашей сегодняшней жизни. Тут что-то снимают. Бдительность. Бдительность, да, так это вот, ну, то есть обратно, вперед, как бы, да, там. Это гражданин с большой буквой «Г». Да. Вообще, я думаю, в Питере по-другому. Снимать интересно, пока Петра Сен не пришел. Не, ну, про Петра все шутки известны, как бы, да, там, чего ж там. Я эксперименты даже проводил, как бы, на съемке с ним, да, то есть я своими унылыми мозгами выстрелил сюжет, значит, к нему, значит, подбежал, как бы, пока он отвлекся там на что-то, оторвался от него, значит, да, там, и что-то, значит, там вот, как бы, себе, и вот спинным мозгом чувствую, Петросян идет, и я даю просто отсчет, там, раз, два, то есть на какой секунде Петросян дойдет ко мне в кадр, на 12-й, на 12-й секунде,
появляется Саня с криком «Саня, извини!» кричит он. И значит там, ну да. Ну что поделать. Но Петросян, четко говорю, Петросяна люблю нежно. Все равно. Как бы там ни было. Вот, он наш автор. Между прочим, в штате в Москве находится. Ну, посмотрим. Может быть, наши за сегодня заслали что-нибудь интересного во всем коммерсанте. Откуда же он столько денег приглядит? Ну, так потому за интернет и платят, ничего не платят. Вот я убился снимать господина Касьянова, тут, когда он приезжал два раза, как бы, и так снял, и этак. Не, ну, что-то там, где-то там публиковалось. Ну, вот не было такого знамени у меня. А вот у Димы Каратаева, да, такое знамя было, потому что он снимал на съезде партии Парнас. Да, соответственно, и опубликовалось это, вы будете смеяться все равно в интернете. Вот. А вот господин Мамлеев Вячеслав, президент промышленной группы компании «Автоком», опубликовался в «Коммерсанте Приволжья», Нижний Новгород, в офлайне. Ну вот, да, кто это? Министр культуры России Владимир Мединский во время интервью в Министерстве культуры России 8 сентября 2014 года. Вот теперь надо понимать, а что это вдруг фотографии 2014 года, 8 сентября, опубликовали сейчас? Причем нифига себе, как бы, сейчас посмотрим. «Коммерсант Москва», 12-я полоса. Вот на 12-й полосе. Двух помощников арестовали. Да, потому что у него сегодня области в его ведомстве идут. Понимаете, о чем речь? То есть, грубо говоря, понятное дело, что вот пробиться, поснимать обыск сейчас уже нереально. То есть, ну там, в 90-х годах, кстати, можно было еще, да, Коля? Обыск. Вот ты снимал обыски? Я даже задержание бандитов. Вот, да, задержание бандитов, да. Да, соответственно, так как у него обыски, мы ставим вот такую фотографию. Их даже стреляли. Ну да, хорошая фотография такая. Вот в этом весь «Коммерсант», условно говоря. Ну а что делать? Ну, вот, конечно. Что, там придется на обыск снимать тоже? Конечно. Тоже, да. Тем более, что господин Мединский, видимо, не будет присутствовать в этом процессе. Да, как бы. То есть вот сразу тут же поставить, то есть получается, что, ну, вот это вот о чем речь, да, то есть мы снимаем, вот куда бы мы ни пришли, да, мы снимаем фотографии на все случаи жизни. Вот как бы цинично это ни звучало, вот человек на пресс-конференции, да, вот что-то он там вещает, как бы, да, мы его снимаем, ловим выражение лиц, да, для того, чтобы подходило в случае свадеб, похорон, да, там, увольнения с работы, да, ареста, там, ухода с должности, там, да, или каких-нибудь еще там, допустим, скандалов. А поговорит такие слова, как Лавров, когда его снимали. Ну да. Да, чтобы потом, когда вдруг все случится, вот это вот, да, у нас была картинка, которую можно было бы поставить. Не просто заткнуть портретом, да, полосу, потому что так принято вроде как, да. Ну, то есть, нельзя в газете, да, там, с текстом на полосу, да, без изображения. Даже за американцев. Вот насколько я вообще знаю спектр средств массовой информации, да, то есть большинство газет уже не имеет своих штатных фотографов и пользуются, допустим, Итартасом. В Итартасе четкая политика, да, у них есть все, но они все не жанровые. У них у всех там примерно фото на паспорт, причем фотографы умеют снимать там все, но купить можно только вот это вот. Где редко, где когда какой-нибудь жест там, допустим, рукой или что-нибудь еще. Все вот это вот, извините, унылое говно. Да? Вот такой кадр Мединского у них вы не увидите. Вот 100% он дает. А вот у «Коммерсанта» как, он приоритет выстроен? Да. По новостям. То есть сначала свои фотографы, потом. Да, если нет, конечно. Ну конечно. Если нет у нас, да, если нет у нас. Изображение человека, да, вот допустим, ну вот, ну, наверняка, если есть, конечно, наш вперед. Не потому, что
Не, ну есть, конечно, варианты, когда вдруг Бин сидит и понимает, что у нас этот чек снят хуже. Да? Он, конечно, пойдет в ТАСС, в РИА, да, там куда-нибудь еще и поищет. Бюджетом ограничен. Ну вот это не ко мне, видимо, вопрос, да, но скорее всего нет. Все равно, пока мы еще можем себе позволить. Да, и был зарубежный, конечно, да. Ну, там зарубежные. Раньше у нас были фотографы, ну, насколько я слышал, да, которые работали в том числе и на нас, там, допустим, в разных странах. Но сейчас, конечно, нет. Все, в агентствах, да, понятно. Да, но, конечно, приоритет наш, ну, там, да, но так. Так как все равно, ну вот есть же понятие Connaissance Style, правильно? Все равно все наши фотографы снимают в нашем стиле. Ну и уж если деваться совсем некуда, нет такого человека, да, ну мы идем в ТАСС. Вот для меня это всегда по многим причинам плохо, да. Ну потому что, во-первых, я расписался в собственном бессилии, у меня нет этого человека, да. Такое бывает, к сожалению, да, редко, но бывает. А во-вторых, я подрываю финансовое состояние собственной конторы, о котором я забочусь, да? Да, и пусть эта фотография стоит там 600 рублей, но это, блин, 600 рублей. Это больше, чем заплатить, допустим, мне гонорар, да, за это. Да, и поэтому для меня это, ну, то есть, я поднимаю руки в гору, да, я сдаюсь. И это неправильно, это плохо. Да, вот, а потом я прихожу в ТАСС и вижу вот эти вот унылые все вот эти вот рожи, как бы, да, там. А у меня там текст, то есть я выбиваюсь из стилистики Коммерсанта, то есть я, грубо говоря, еще и понижаю как бы статус издания, и это для меня катастрофа. Вот уже сколько лет прошло, а я вот, блин, ну я чокнутый, да, там, понятно, но вот для меня это очень плохо. Вот, и поэтому мы снимаем много. Так? А вот такая картинка, стоящая Мединским, ну, замечательно. Так Мединский 600 рублей стоит? Да, не больше. Не, они у нас все стоят недорого. Так, а это на бумаге напечатано? Да, это на бумаге, на 12-й полосе. Сейчас скажу. А, нет, стоп, это он был. Ага, значит, извиняюсь, это он был опубликован на бумаге на 12-й полосе в 2014 году, 26 сентября. А сейчас он, видимо, пошел с такой рожей у нас... Нет, вот странно, никуда он не пошел. А, нет, 15 марта, да. На сайт радио, у нас же еще радио есть. Он пошел на сайт радио. То есть за 12 рублей. За 12 рублей минус налоги, да. О, за 14. Ну да, за 14, да. Да. Вот. Но так как это снимал Юрий Мартьянов, то он и 14 рублей не получит. Потому как у него зарплата. Что логично, собственно. А, ну вот, допустим, да, яркий пример. Президент ООО «АвтоВАЗ» Николя Мор. Да? Ну, то есть понятно, что это новый гендир «АвтоВАЗа», да? Понятно, что у нас его нет. Значит, мы где-то его тиснули. Я вот не понимаю, где какой-то Ростекру, понятно, да. Вот такая великая фотография чего? Хуже вообще не придумать. На пресс-воле, как бы, да, на фоне рекламы, как бы, да, вот такое вот. Как бы да. Ну вот что поделать-то. Вот Вася Шапошников покойный. Вот человек умер, а у него фотографии публикуются. В метро. Так а как к вам фотографии засылают? Например, засылают пакет фотографий. Их каждую надо тегировать, что ли? Ну конечно. Да? Но технологически происходит следующим образом. Вот я что-нибудь снял. А, ну сейчас мы вообще там все мобильные ребята, я могу это сделать с планшета просто, да, там даже не загружая в планшет, да, там что-то там, оформить съемку, это тут такая долгая история, в общем, она непростая. То есть мне нужно завести заявку на съемку, указать, кто автор, кто билд-редактор, там, то есть все, это и десятое. А, и там внутри есть внутренняя система передачи всех съемок, ну там всей съемки. Как бы. Я это все туда загоняю, оно туда ложится, условно говоря, на внешний диск на какой-то. Вот, потом я... Прямо тут же могу вот на коленках, да, увидеть, как это все закачалось туда, выбрать там пару-тройку фотографий и загнать их уже вот в это вот Коммерсант-фото, чтобы было видно всем бит-редакторам. Ну и, соответственно, еще же есть внешние продажи, да, еще куча народу у нас покупает, ну там подписанные на нас, допустим. Мы же как вроде, условно говоря, даже худо-бедное агентство, да. То есть, ну вот, допустим, Лента.ру,
известное, да, такое онлайн-издание новостное, после того, как у них произошла смена команды по политическим мотивам, и они выгнали всех фотографов. Ну, как, там фотографы сами ушли, они новых брать не стали. Они четко приняли решение, как бы, и подписались на РИА Новости, ТАСС и на Коммерсант. У меня на ленте в месяц выходит там фотографии 60. Я вот думаю, что всем интересно будет узнать, да? Но я сейчас какие-то точно коммерческие тайны сдаю. В общем, короче, мы тут ржем на 14 рублей минус налоги, да? Там я получаю 6 рублей минус налоги. Где? Ну, лента подписалась, и там и твои фотографии есть. Может быть, уверен, да? А, давай проверим. Где? На ленте. На ленте наверняка есть. Да сколько они там? 6 рублей. Ты рад? Офигенно просто. Я, как кто-то сказать, годом вот сотрудничать с лентой, поехать, легендарно затраченный на сюда. Ну, как бы да. Исходник какой? То есть, исходник должен быть? Да, конечно. Да? Конечно. Ну, потому что нет смысла, ну, а что толку загонять? Там, вдруг это понадобится в печать там. Да, все исходниками идет. Я выкладываю сам, плюс там сидит человек 12 бильдов в Москве, которые видят, как приходят со всей страны съемки. Вот такие приходят. У нас есть для Питера свой куратор, сидит специально обученная девочка и смотрит, что происходит. А, смотрит, значит, и видит, что о, тут вот что-то Питер заслал. Да? Ну, если там что-то горячее, актуальное, мы, естественно, созваниваемся, я говорю, что ребята, вот, короче, ждите, да, они сразу тут же начинают смотреть. Если что-то там такое я поснимал, там, не знаю, там, я, ну, там, допустим, поснимал какой-то завод, да, там всякие сварщики что-нибудь варят, там, эти что-нибудь там делают, рабочие что-нибудь пилят, там, да, как бы и так далее. Вот, а мне с этого нужно, вот мне лично, там, по-горячему, возможно, пригодится один кадр, там, запуска нового производства, потому что мы сегодня про это пишем, а завтра номер выйдет, да. Я этот кадр загоняю, значит, вот в эту вот систему и публикую его. Вот. А Москва, видя, что там какой-то завод, новое производство, а у меня еще вбито там слово импортозамещение, они же тоже не идиоты, они все понимают. Я думаю, ну что же там за импортозамещение? Они начинают смотреть мою съемку. И все, что им нравится, они выкладывают тоже. Да? Ну, вот так и живем. Раньше у меня просто там, ну так, а так как я же могу все это сам делать, да, у меня все горело. Я там выкладывал там из 300 кадров там штук 20 там такой. И такой, и сидел, ждал гонораров. Такой. Гонорары не появились. Застрелились. Ну вот, Коряков, Коммерсант. Нажимаем поиск. Вот, последняя карточка 7-го, это очень смешно, кстати, вот чтобы вы понимали, что происходит, да? Пьяный пассажир обещал взорвать самолет Киев-Тбилиси. Какой-то моей фотографии такая новость была проиллюстрирована. Давайте посмотрим, какой. Да, ну, то есть очень интересно, да? А на выходе вы видите банальное... крыло самолетное. Ну, не совсем крыло. Я думаю, что что-нибудь все-таки по жанру идет. Ну! Интересно. Ну, вот. Значит, вот это вот работа бильдредактора, да, как бы, которая, у которого есть такая новость, ему нужно ее иллюстрировать. Да, он сидит, себе голову сломал. Да, он набирает, значит, там самолет. Он смотрит там, а они же все там по названию, да, ну блин, нафиг. Он пишет аэропорт, да? Значит, какие у нас были последние события с аэропортами? Последние события с аэропортами, это когда люди не могли улететь, допустим, в Турцию, купив туда путевки, да, и мы поехали это все дело снимать у нас в Пулково. Вот, вот такие вот люди стоят. Но вот теперь правый человек, вот, который справа с чемоданом, который не улетел, видимо, в Турцию, превратился в пьяного пассажира, который обещал взорвать самолет Киев-Тбилиси. И это, конечно, в общем, вот... мы все по этому поводу отчаянно... Если он бы лицом стоял... Если бы лицом, это было бы вообще преступление. Да. Ну, то есть, все, это можно было бы в суд подавать. Он бы мог подать в суд. И, в общем, даже, наверное, выиграл бы в нашем суде. Поэтому лучше все-таки спрашивать разрешение.
Ну, как бы да. Вот мой брат с чемоданом в аэропорту Шарм-эль-Шейха иллюстрировал все вообще истории про то, что как наших туристов теперь туда не пускают. Да. Но брат был рад, прославился просто до невозможности. Но его знакомые, да, его знакомые его узнавали просто. А так-то чего? Да. Значит, кредиторы веба пригрозили кросс-дефолтом. Очень банальная картинка сейчас будет. Какая надпись? Ну да. Ну. То есть, вот если вы думаете, что я занимаюсь фотографией, вы глубоко ошибаетесь. Да, вот я приезжаю на Петербургский экономический форум и фигачу вот такие вот картинки. Так, Минюст исключил солдатских матерей Санкт-Петербурга из списка иноагентов. Да. Ну да, это я снимал внутри у солдатских матерей в офисе. Ты снимал в офисе солдатских матерей? Нет, да? Да. По-моему, нет. О! То есть я снимал вот телевизор где-то. Ну что ж, вот, а я нашел нишу, да. Вот. Я же снимаю. Великая карточка, великая просто. Да. Угу. Я ведь все эти фотографии снимаю только как бы параллельно с другой работой. Нет, я же понимаю, да. Ну или просто когда вот для души, как вот аппарат с собой, пошел, что-то увидел. Вот. Вроде как о новоселье забудьте, но вот если вы думаете, что это моя фотография, вы глубоко ошибаетесь. Это Максим Шеметов рейтер. А мое какое-нибудь унылое угребище? А вот мое, да. Госипотека. Ипотека с господдержкой, да. Ты бы гранат не снимал? Кого? Гранат. Это что такое? О, у них курсы? Гранат не снимают у вас в пень. За гранатом это, пожалуйста, вы сами. Вот она как-то без меня. На Интерпрессе с милгранатом купили уже раз несколько, причем снял он ее в 2011 году. Да? Да. Вот по какому поводу я снимал? Про аптеку снимал. Там лежат всякие... И там надпись про гранат. И в том числе крупным планом посередине милгранат написано. Но он не милгранат снимал, он снимал просто там... Нет, так это вот о чем говорит? О том, что бинт, который загонял эту фотографию тегом, прописал ключевым словом «Милгранат». Я уверен, что еще у кучи народа в архивах лежит этот «Милгранат», они теряют бабло. Сейчас просто теряют бабло. Даже все прописывать. Да, это безумие, конечно. Там все прописывать, это, конечно, вот. Прохоров отказался от Е-мобиля за 1 евро. А ведь я, между прочим, был подписан на Е-мобиль. 6480, между прочим. Из 40 тысяч, как бы. Все ладно. Вот. Давайте дальше посмотрим